Good evening, ladies and gentlemen. I invite you in our restaurant. We are happy because you sit in. По-русски, по-русски можно. Своей. Извините, старею. Вы хорошо выглядите. Спасибо. Да, спасибо. Да. Мы рады видеть вас в лучшем ресторане Яра. Нашего города. С красивым романтическим названием Everybody Together People Continue Tonight Connect Fantasy. Я постараюсь запомнить. Если честно, мы раньше назывались Чебуречная номер 7. Просто хозяин решил немножечко, знаете, ну, понятно. Ну, украсить вывеску. Профессионал, он знает, что надо. И, кстати, работает, да, работает, да, да. Вы знаете, я 8 лет не был в ресторане, да, 8 лет не ел нормальной еды. Я надеюсь, у меня попочете. Ну, так сложилось, так бывает. Есть меню у вас, давайте посмотрим. Естественно, естественно, у нас все по высшему разряду. Welcome, пожалуйста. Спасибо. Здесь есть где разгуляться. Сволочи, чтоб вы сдохли. Старею, это книга жалоб, извините. Прям буквально перед вами. Ай-яй-яй. Это меню. Excuse me. Как говорят у нас в ресторане. Так, а смотрим. Может, вы знаете, может, я сначала оглашу вам весь список, чтобы вы не напрягались. Вам... Хорошо, давайте. У нас сегодня есть азиатский буябус, хамон Америка пуре де велоте, фрикасе из фазана, яйца кокот в шампиньоновом фритюре, фуагра, круазе, бризоле, эскаргон, салат латук, шариками сорбе, велюте, раков и отборный осьминог с цедрой, юзу и батаргон, карпаччо. Вы не поняли, мне просто пожрать надо, все. Просто пожрать. Я вам хочу предложить фирменное блюдо нашего ресторана. Ну-ка. Макароны по-флотски. Да, по-флотски. Может быть, дойдем. Да. Посмотрим меню. Так, морковь, протертая тряпкой. Знаете, слегка горчит. Салат витаминный. Витамин С 5 таблеток, ундивит 3 таблетки, рыбий жир. Это все у вас на столе уже. Ага, хорошо. Лосины в масле. Вы знаете, масло есть, лосины кончились. Это ешьте сами. Так, посмотрим, что у нас на первое. Вот я вижу первое блюдо. Щи зеленые. Это со щавелем, да? Рязко. Возьмите лучше борщ, не прогадайте. А вот есть борщ у вас. Борщ? Да. Борщ менделеевский. Это как он так? Очень полезный борщ. Там практически вся таблица Менделеева. Там серум, магний, кальций, калий, стронций, бериллий, полоний, радий. Не-не-не. Это не надо. Ну, как хотите, мое дело предложить. Уха говяжья из баранины. Долго готовить. Отвар картофельный, темный или фильтрованный, 18 литров порции. Вы знаете, стоит дорого, но не осилите. Я думаю, не осилю, действительно. Суп гороховый, ночной салют. Этого полно в ассортименте. Так, ну это не надо. Давайте перейдем сразу ко вторым блюдам. Или блюдам. Угу. Рыльце в собственном пушку. Вы знаете, рыльце вчерашнее. Поджарка отварная. У нас в меню вообще никогда этого не было. Повар поставил так, ну, для красоты. Понял, мы, да, ничего не жарим. Почки отбивные по-милицейски. Будут сразу после футбольного матча. Свинина хрю с картофелем фри. Старый завод. Так. Вы знаете, я, наверное, вас удивлю. Я бы вам рекомендовал взять макароны по-флотски. Я где-то уже это слышал. Так, что вот из горячего? Чай. Это попозже. Естественно. А это же за блюдо? Слезы Киркорова. Болгарский перец с луком. Понятно. А почему вот салат из редьки у вас называется Максим? Горький, но очень хорошо идет с макаронами по-флотски. Что вы пристали с макаронами по-флотски? Я уже слышал это. Суши есть у вас? Естественно, естественно. Лучшие суши в городе. Палочки есть? Естественно. У нас недавно была санэпидемстанция. У нас столько палочек. Шутка, шутка, шутка. Шучу, шучу. Так, свинина под соусом. Как правильно читается? Соус хреновый или хреновый? Тут я... Кто-то... Вообще-то правильно читается... Хреновый, но он у нас... А вы знаете, возьмите-ка лучшие макароны по-флотски и не ошибетесь. Сколько можно про макароны толдычить мне тут уже? Я есть хочу просто мясо, дайте, если есть мясо. Любое мясо, баранина, например, там, я не знаю. Баран, есть у вас баран? Не хотел говорить, но, как говорят в нашем ресторане, баран сидит в кабинете директора. Ну, интересно, это ваше дело. Так, что тут дальше? Японец в собственном соке. Это что за бред такой? Шутка бармена.
Уже уволен. Я надеюсь. Уже уволен. Хамбала на собственном боку. Не на том боку лежала, отлежена. Может, взять все-таки макароны по-флотски и не мучиться? Задолбали макаронами по-флотски. Сколько можно думать на том же уже? Выпить есть у вас сегодня? Естественно. Так говорите, что есть. Значит, коктейль «Кровавый Мэрин», сок маргариновый. Прекрасно. Сок с березовой мякотью. Фирменный есть напиток? Естественно. Обычно в ресторанах есть фирменный напиток. Название... Вы охренели, что ли? Это у меня такое? Нет, название такое. Почему это? Почему такое название? Бокал стоит 12 тысяч рублей. Что, охренели, что ли? Ну, пейте, вы уже запомнили. Давайте водки тогда. Вы знаете, водка закончилась, но зато у нас никогда не заканчиваются макароны по-флотски. Давай, тащи макароны. Давай. Уговорили. Что тут у нас попить, я вижу? Напиток сметанный. Морс чесночный, компот из сухожилий, десерт Гоголь-Моголь, Тургенев-Мургенев, желе тварья дрожащая, мороженое хрен-брюле. С пылу с жару повар очень старался, просто приятного аппетита. Кушайте, остынет. Вы говорили, макароны по-флотски. А где видно, что они по-флотски? Я ждал этого вопроса. Макароны по-флотски. Кушайте. А ты знаешь, почему я не ел 8 лет нормальной пищи? Почему? Я сидел в тюрьме. Да ладно? Да. И спроси меня, за что. За что? За убийство официанта. У меня же во втором зале люди ждут, там все остывает. Ой-ой-ой, ой-ой-ой.